Всем ассаляму алейкум. Мир вам. Перед тем, как начать читать этот прекрасный стих, я бы хотела прочесть вам небольшое четверостишие о моей родине. Эль билер ки сен менимсен, юрдум ювам мескенимсен, анам догма ветенимсен, айрылар мы кюнел джандан. Азербайджан, Азербайджан. Какие маленькие горы эти издали. На них нам крохотными кажутся сады, а люди — точками. Мы совершенно искренне в долине чувствуем их страшные высоты. Вот вроде руку протяну и их достану, но стоит руку протянуть — и пустота. И ты к недоумению и досаде поймешь, что ты не понял ни черта. И ты поймешь и с трепетом, и робостью душой всей растерянной своей, что издали не видел ты их пропасти, обрывы их, кустарники и змей. Какие маленькие горы эти издали, но он обманчив внешний вид земли. Нет. Тот грешит, ей-богу, против истины, кто близким, то считает, что вдали. Спасибо. Гуля Гаджаева, Спартак Бугирян. Ваша...